Всем добрый день. Сегодня у нас небольшая распаковка. На этот раз пришли боксы для аккумуляторов типа O18650. Причем они пришли водозащищенные. Здесь есть прорезиненная поверхность, которая ограничивает поступление воздуха, так и жидкостей от верхней крышки до нижнего основания. Поставляется вот в таком варианте. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. За исключением одного момента, то, что пришло это все в обычном пакете из Китая с AliExpress. В данном варианте представляет себя вот такие вот коробочки. Всего я заказал 3. Можно разнообразное количество заказать. С одной стороны, то есть, идет кант, благодаря которому поднимается крышка. Ну, а с трех сторон присутствуют так называемые пластиковые замки. Отстегивается, открывается и внутрь укладывается непосредственно сами аккумуляторы. Вот прорезиненная поверхность. Здесь вот, кстати, есть ребро, чтобы непосредственно соприкасалось с резиновой поверхностью. Он можно даже увидеть при желании. На резинке есть это ребро. Выполнено достаточно качественно. Пластик. И в Африке пластик. И давайте посмотрим, как это все тут размещается. Есть у меня 4 аккумулятора. Вкладывается именно так. Иначе уложить нельзя, если будете так укладывать. Здесь остается расстояние, и четвертый аккумулятор просто не залезет. Такие вот кастаньеты находятся внутри данной коробочки. Удобно хранить, перемещать до места съемок. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.